привет. Это район животных. Да, я уж вижу. Ты кого-то из них недавно закрыл? Нет, недавно нет. Но они вообще не фанаты копов. Я туда не могу войти без ордера. А вот ты... Ага. Хорошо. Будем на связи. Говори, если что найдешь. Я тебя просто порву! Чуешь? Ты только сам отрался от страха! Ли, все в порядке? Меня засекли! Окей, держись, я сейчас буду! Убил! Староват я для этого! Оу, да. Не останавливайся. Сейчас-то я лично тебе расскажу! Нил обычно не врет, слишком труслив. Значит, этот клуб где-то здесь. Скорее всего, в этой мастерской. Или под ней. Было, но кто-то очень старался замести следы. Что нам надо искать? Попробуем найти его. Ой, да все давай! Решает мужчина. Такими вот вроде тебе.
дышим. Похоже, Райан умер не от сердечного приступа. Я сразу так и сказал. Но... Вирт был зараженный. Вот так он и погиб. Черт. Похоже, ты прав. Давай, Ви. Ну, наверное, это и есть кабинет. Нам нужны их компы. Это в самую первую очередь. Да, окоченел уже. Смерть наступила явно больше часа назад. Карты травмы при себе нет. Думаю, он намеренно ее где-то оставил. В таких клубах не любят, чтобы экипаж травмы высаживал двери в самый горячий момент действа. Похоже, сердце. Избыток острых ощущений, если понимаете. Окей, да, давайте так. Коронер найдет его дома. Что писать, я надиктую. Умер во сне, тихо, как младенец. Парни его уже выносят. Да нет, никто его не увидит. Точно. Да, да. Все сделаю и перезвоню. Новостей можно с уверенностью назвать ценности стоимости. Знакомое лицо. Где я его видел? Ви, мне сейчас не смешно. Думаю, все, что надо, мы видели. Идем отсюда. Ладно. Дельтуем. Вроде я тут видел еще один. Твою мать. Ты, смотрю, с той же компанией. Соткнись, Гарольд. Я знаю, что ты сделал. Я не спрашиваю, почему ты это скрыл. Не спрашиваю, зачем дал себя в это втянуть. Я хочу знать одно. Кто отдал приказ? А какая разница, Ривер? Почему тебе это так важно? У тебя совесть чиста, можешь спать спокойно. Знаешь почему? Потому что я взял всю ответственность на себя. Ты понятия не имеешь, как в этом городе что работает. Веришь в дутые лозунги, пустые фразы.
Думаешь, они что-то значат? Это все трёп один. Эй, что ты на меня так смотришь, наемник? Ты знаешь, что я прав. Я не отсюда. Я ниоткуда. А, кочевник. Сейчас объясню. Полиция – это моя семья, мой клан. Семьей нельзя порвать. К родным нельзя повернуться спиной. Брехня это, Хан. Ничего общего с кланом у вашего братства копов нет. Верность, кровные узы, служба ради идеи, общее выше личного. Мне продолжать? Ви, я благодарен тебе за помощь, но это не твое дело. Я сам разберусь. И как разберешься-то? Арестуешь меня? У меня есть запись, есть мотив и есть твое признание. Так что могу и арестовать. Но в этом нет смысла. Можешь даже не говорить, кто отправил тебя заметать следы. Я и так знаю. И раз тут начальство замазано, пойду в отдел внутренних расследований. Они тоже ничего не сделают. Со мной. А вот ты сам лишний раз подставишься. Ехал бы ты домой, Ривер. Поспи, успокойся. Утром будет проще уложить все это в голове. Я лично так и сделаю. Твою мать. Хан был в чем-то прав. Он только выполнял приказы. Даже если он понесет наказание, систему не изменишь. Я этого так не оставлю, Ви. Не могу. И не хочу. Райна убил Холд. Просто хотел занять его место. Самый банальный мотив и самый правдоподобный. Использовал полицию, чтобы замести следы. Да, похоже на правду. Только Холту это было выгодно. Сообщу во внутреннее расследование. Этого хватит, чтобы возобновить следствие. Не делай этого, тебя уволят, в лучшем случае. И все равно ничего не изменится. Может, вы правы. Только чхал я на ваше мнение. А ты поедешь теперь к пиралисам отчитываться? Да. Ладно. Я тут пока останусь. Спасибо тебе, Ви. В общем, я уже представляю, что стоит за смертью Райна. Хорошо. Пожалуйста, зайди к нам. Такие деликатные вопросы лучше обсуждать лично. Будем ждать. Спасибо. Знаешь, скажу тебе одну вещь. Я слушаю. Ничего им не говори. Не дай себя в это втянуть. Это дело как трясина. Неосторожный шаг и провалишься с головой. Я всегда осторожен. Блять, короче, делай как знаешь. Все равно убеждать тебя бесполезно. Привет, Ви.
Заходи. Чувствуй себя как дома. Джефферсон скоро будет. Располагайся. Благодарю. Мы рады тебя видеть. Элизабет сказала, у тебя есть новая информация. Я внимательно слушаю. Это запутанное дело, и в нем много вопросов. Так что мне бы не хотелось делать поспешных выводов. Ну, что ты об этом думаешь? Джефф, милый, умей читать между строк. Запутанное дело? Смерть в собственном доме от сердечного приступа. Какие уж тут вопросы? Значит, мы были правы? Да, этого мне достаточно. Мы должны быть осторожны. Очень осторожны, Джефф. Именно это хочет нам сказать Ви. Благодарим за помощь. Вот гонорар. Вам нужно беречь друг друга. Привет. На чем мы остановились?
Привет, Ви. У меня серьезный заказ, и подойти к нему тоже надо будет серьезно. Тебе придется заскочить к 6-й улице и подгрузить вирус в их оборудование. Рассчитываю на тебя, дружище. А, чуть не забыл. У них есть техник Люциус Торн. Я бы не возражал, если бы он поймал случайную пулю, если ты понимаешь, о чем я. Подробности в письме. Обнаружен новый магазин. Спасите меня! Спасибо, чувак. Orgiatic! Oblinger! From All Foods. Provides 330% of recommended daily vitamins.
Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователю. Спасибо, Чунна. Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователю. Спасибо, Чумба.
нового лауреата, Вирджинию Гранчестер. Ее последняя книга «В тени яблони» признана сокровищем нашего поколения. Гранчестер, искусственный интеллект от компании Raven Micro Cybernetics, уже была удостоена целого ряда премий и наград. Ее первый роман под названием «Реквием по самураю» был издан одновременно на 70 языках и продан более 3 миллионов раз. Роман «В тени яблони» — это драма, разворачивающаяся в Ирландии в 20 веке. Это произведение уже признано шедевром литературы. Судя по всему, шестые усвоили урок. В отличие от нашего счастливчика Люциуса Торрена. Хотя, мне-то особо не на что жаловаться. Работа выполнена, вопрос решен. Просто в следующий раз немного поднапрягись, окей? Надеюсь, не помешал. Ну как вы тут? Договорились? Ви, ты что тут делаешь? Ты кто? Да я так мимо проходил. Хотел проверить, все ли у вас в порядке. Я не понял. Это что за пидор? Опознайся! Снимите снайпера! Как тебе такое? А я уже думал, что мы тут помрем. Убивай! Вот спасибо! С такими друзьями и врагов не надо. А зачем тогда они посадили снайпера? По-другому бы не закончилось. Возможно. Но теперь мы этого не узнаем. Да не пили ты, парень. Сама знаешь, нет худа без добра. Как вышло, так и вышло. Ты полез в клетку со львами, чтобы помочь нам. Почему? Так велело твое сердце. Немногие на это способны. Особенно здесь. И за деньги такое не купишь. Кстати, о деньгах. Ни к чему им тут валяться. Спасибо тебе за все, Ви. Увидимся.
Ну ты подумай. Ну давай, детка. Клэр? Я под тачкой. Привет, Клэр. Неплохая игрушка. Вижу, ты разбираешься, и вкус у тебя хороший. Это зверь. Моя гордость. В холодильнике пиво будешь? Спасибо. Так что там за дело? Мне нужен пилот. Думаю, ты подойдешь. Что за гонка-то? Там особые правила? Скорее, их вообще нет. В экипаже двое. Пилот и стрелок. Так ты хорошо стреляешь или плохо водишь? Я хорошо разбираюсь в моторах. И стрелять умею. Но раллист из меня никакой. А ты, как я понимаю, умеешь водить. Ладно, Клэр. Я буду твоим пилотом. Короче, в гонке 4 этапа. Начинаем в центре. Потом этапы будут в пустошах, в Сан-Доминго и финал в Уотсоне. Когда старт? Сначала надо пройти несколько отборочных гонок. А требования? Нужно взять призовое место минимум в 2 гонках. Встретимся в центре. Я тебе перешлю координаты. Услышишь рев прокачанных монстров, ты на месте. Увидимся. Come on.
32, и это новости на WNS. Присмотримся к международной арене. Тревожные вести приходят с Аляски. Агентство Incorporated Press сообщает, что урожай кукурузы упал на 80% по сравнению с прошлым годом. Это результат ливней и наводнений, от которых Аляска страдала весь сезон. Местные власти по-прежнему должны почти 80 миллионов бушелей зерна корпорации Biotech. Только что поступил заказ. Надо пробраться на завод Сайтеха и выкрасть чертежи, которые принадлежат некой Риане Кумар. Самое забавное, что заказчик — она сама. Думаю, на этот раз тебе придется немного поломать голову. Так что не забудь поглядеть детали. Противник, вступаю в бой! Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователя. Хочу! Стреляй! У нас потери! Мне бы взбодриться. Хромантикоры есть? Зачем тебе эта бормотуха, приятель?
Она же бывает в темноте светится. Не пей эту отраву. Возьми лучше спанки-манки. Всяко приятнее, чем... Слышь, ты чего подвис? Пардон, приятель. Одну минутку. Брэд? Эй, Брэд! Слушай, ты не выручишь. У меня тут с местными напряги. Поговорил бы с ними, кто авторитетный. Да можно и поговорить. Ну, веди. Вот спасибо, приятель. Прошу за... Бестолыч, ты чего творишь? Совсем с ума посходили. Спасибо, приятель. Это будет им хорошим уроком. А если между нами? Ты правда рад, что твоя сестра работает в Зетатехе? Да я понимаю, о чем ты. Корпорации нас угнетают, загоняют людей в рабство. Так ведь люди говорят. Только вот у тех, кто в корпорации, всегда есть еда на столе и полный карман. Мне и Шене этого достаточно. Она ведь на нейростимуляторах живет. Не боишься за нее? Даром ничего не бывает. Надо пахать. Сам себя не обеспечишь, никто не поможет. Ну, с этим уж не поспоришь. С этими разобрались. Ты как, ничего? Да не бойся. Что мне сделается? Вот ведь долбаные бездельники. Мы тут вроде к ним претерпелись, но чтоб вот так кидаться с ножом на своего... Хорошо, хоть Шенна теперь пристроена. Еще никто в нашей семье не забирался так высоко. Ты это... Заходи, как будет минутка. Хорошую скидку дам. Тебе положено. Договорились. Спасибо. Вот я тебе сейчас покажу. На! Bam, 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 bam.